Два года назад химкинский предприниматель Екатерина Сурина даже не представляла, во что воплотятся ее спортивные устремления. 10 лет она занималась работой и семьей, но когда поняла, что дети подросли и стало больше свободного времени, химчанка решила кардинально поменять свою жизнь. В детстве, когда мне было лет 12, я немножко поиграла пару лет в футбол. Вот, потом нужно было учиться, работать, и забросила это дело. А когда уже мои собственные дети выросли, у меня чуть-чуть появилось свободного времени, я решила вспомнить свое любимое хобби и вернуться к футболу, к спорту. И я решила попробовать создать женскую команду. Настолько я была этой идеей как бы заряжена, вдохновлена, что я собрала девчонок, сказала: девочки, это то, что нам надо, мы похудеем, зарядимся энергией, давайте попробуем играть. И вот мы собрались, и уже второй год, 8 апреля нам будет ровно 2 года, в нашей команде «Мам-Сити», мы играем в футбол, тренируемся и успешно играем. Тренировки проходят каждую среду и пятницу круглый год. Площадку на стадионе «Новой Химки» предоставляет администрация города. Ни снег, ни дождь химчанкам не страшны. Упорная работа уже принесла команде немало высоких результатов. Мы уже самостоятельно организовали несколько турниров, куда собрали подобные любительские команды. Сами мы занимаем призовые места. В прошлом году мы взяли золото в серебряном кубке на турнире, который организовала Московская федерация футбола. То есть мы за 2 года показали действительно хорошие результаты, потому что когда мы начинали, мы знали только, что мяч круглый, больше ничего про футбол по большому счету. В своем увлечении Екатерина Сурина находит отклик и поддержку среди родных и среди друзей. Семья меня поддерживает, мной очень гордятся. Одноклассники моих детей болеют за нашу команду, следят за нашими успехами. И вообще у нас вот с момента, как я увлеклась спортом, футболом, и дети мои тоже стали активно принимать участие и в наших тренировках, и самостоятельно больше времени уделяют спорту. Нам всей семье это пошло точно на пользу. На турниры химкинской команды мы ходим, потому что это команда нашего города, мы всегда болеем за эту команду. Ну, и не могу сказать, что мы какие-то дикие фанаты, хотя в моей команде некоторые девчонки большие болельщики «Спартака», можно сказать. Не в обиду химкам будет сказано. За «Химки» мы все болеем. Создать успешную футбольную команду, объединить 1,5 десятка участников в дружный коллектив Екатерине Суриной помог ее собственный опыт. Она много лет руководит детскими развивающими центрами в Химках и ведет социальный проект по поддержке женщин. Мы мамы, мы вот городские мамы, такие вот деловые. Очень много у нас предпринимательниц в команде, вообще очень разносторонние девочки. И возраст у нас от 19 до 50 с лишним лет девчонок. Так что хочу еще раз сказать, что для того, чтобы заниматься спортом, нет никаких ограничений, ни возрастных, ни во времени никаких ограничений. Всегда найдется время, было бы желание. А самое главное, что после тренировки это такой прилив энергии, что ты просто не можешь уснуть, начинаешь генерить идеи, создавать проекты. Это очень классная эмоциональная зарядка, ну и прекрасная спортивная форма. Семья и близкие, а также воплощение всех желаний – все это позволяет Екатерине Суриной чувствовать себя востребованной и быть счастливой. Залог женского счастья, ну опять же, наверное, в счастье. Когда ты счастлива, когда ты довольна собой, когда ты делаешь все в удовольствие, ты генерируешь эту энергию потрясающую, которую распространяешь на окружающих. И все заражаются твоей энергией и также влюбляются и в спорт, и в работу, и вообще в жизнь. Благодаря твоему примеру.